Так, всем доброе утро. Только проснулась. Получается, мы сегодня хотели поехать на дачу, но мы думали, ехать или не ехать, потому что очень-очень устали, честно говоря. И муж, и я вымотались. Поэтому не поехали мы на дачу. Не знаю, может, муж встанет, еще передумает, но как бы больше хотела ехать я на дачу, нежели муж. Все равно должна свекру приехать вроде бы на неделю. На неделе я передам собаке еду. Или же, не знаю, когда. В следующую неделю тоже мы не поедем, потому что мы едем в другое место. Вот. У меня еще все спят. Сын ходил на 12 ночи в кино. А мы с мужем тоже поздно гуляли. Он вчера устал с Виталинкой на великах. Короче, я проснулась. Сейчас я буду мыть голову. Ну, волосы помою. Краситься еще не буду, потому что... Короче, сейчас не хочу выходной день, это долгое время не хочу занимать. Так, сейчас мою волосики, как всегда, своим шампунем вот этим вот живица. Вот, делаю масочку себе кератиновую, такой вот класс. И потом делаю скраб на лицо. Давно делала ухода, уже пора, можно начинать скраб. Так, ногти черные, потому что вино вчера руками давило. Содовый скраб, просто сода и вода. Либо же сода, вода и любая ваша умывалка. И буду делать вот такую масочку для лица с эхиноцеей. Это глина. Сначала помою голову. Почему? Потому что волосики уже у меня сушились. Вот. А пока будет масочка, волосики подсохнут. Вот. Так что пока еще все спят, занимаюсь. Я, кстати, встала в 8, и муж тоже проснулся, но он сразу заснул, а я еще лежала долго. А в интернете там лазила, мне кое-что нужно было посмотреть, кое-что сделать, выложить вам вложик. Ну, вот, и выложила вам вложик, он загружался, а я заснула. Вот, и сейчас начало 12-го уже. На минуточку, вложик вам уже вышел, ну, за субботу. Все, короче, привожу себя в порядок. Старую мою. Здесь все с мукой перемешала. Вот, и жарю. Будет еще пюрешка и салатик. Типа завтрак, обед. Так, мы приехали в Киево-Печерскую лавру. Будем гулять здесь. И пойдем под землю. Посмотрим, если успели. Виталик, платок в сумке. У нас Пасху проставили. Не, платок на голову надо. Если мы, нет, если мы в пещеры пойдем, тут в мощи, то туда надо платок. А, цвет не тот. Наверное. Такой же цвет, как у нас. Нет, у нас другой. Виталин, у нас точно такая же машина, только без, у нас с рогами сверху.
Где тут вход? Что-то я не могу понять. Дружба народа. Так, будем здесь сейчас ходить. Давно мы тут не были. Ну, мы раз в год в Печерскую лавру ездим где-то, да? Угу. Стабильно. Что, такой же цвет? Ну, максимум, да. Точно? Нет, не такой, серый, он светлее. Угу. Такой коричневый. Все пещеры, там, где сувениры, там, где показывали, как... Ну, в пещерах не сувениры. Ой, не сувениры, а... Так, мы, короче, я думаю... Красиво с нами. Ага. Да? Да. Женька, Оксана сейчас в этом, во Львове. Видел фотки? Только с Эдема. Угу. Красные, красивые, угу. Покрашенные. Покрашены. Заходишь. А, четки купили Виталине из лунного камня. Папе из агата. Вот такие тоже манюни. С крестиком. Угу. Да. Кольцо. Кстати, крестик, если что, можно потом куда-то на сделать больше браслетики носить. Сделать его меньше, крестик. Сюда можно убрать. Добавить больше бусинок других. Не, можно просто вот эти вот, смотри, бусинки маленькие, крестик с вот этими убрать, и будет кольцо. Можно. А можно добавить, и тогда будет у тебя браслетик. Угу. Ой, сейчас поломаем тут. Так, где тут? Подземные норы, кротины. Стали. Смотри, какие красивые. Угу. Вот эти двухцветные. Ты в туалет? Тоже. Ну, не знаю, вон еще корова там. Видишь? Где ослик? Ослик один. И там младенец Иисус. А че он такой большой? Лиза. Красиво. Короче, помнишь, мы ходили в какую-то пещеру, и там типа показывали, там был как инструмент для пряжи. Это вольвое. Нет, это давно было. Я не помню, Соня. Очень давно. Инструмент. Так это музей, значит, это не пещера. Нет. Фильмы, да? Не, во Львове я с ней в музей ходила, интересный. Ты? Как сам? Зоопарк. Уже зоопарк? Фазан. Посмотри, мама. Где? Ух ты. Ой-ой-ой. Петухи, курики. Как курики. Угу. Правильно, что месту зря пропадать. Хозяйство зря. Если бы и пошли, а? Так мы спустимся вон. Так мы сейчас спустимся и пойдем вот так вот по улице. А обратно поднимешься? Ну, мы же туда и пойдем. Виталин. А обратно мы туда через верху. Виталин. Пошли. Через птичек пойдем. Хорошо? Я думала, что это можно. Не, ну так.
Мы ж сюда... Ну, помнишь, мы в кафе ходили? Да, в столовую. Ну, ты же хочешь в Макдональдс? Ой, да. Чем мы тогда да сюда? Да ты же поблизости где-то нет. В Макдональдс? О, так в мы центр. Поедем в центр. Ну да. И погуляем там да? Еще, да? Ого. Только возле колеса. Посмотрим. А что тебе возле колеса надо? Ну, там красиво. Не знаю, посмотрим, возле колеса или нет. Посмотрим? Посмотрим. Ой, там еще типа аисты. И еще овечка маленькая. Угу. Что ж так много вертолетов. Да, теперь в Киеве вертолетов больше, чем машин. Зачем не доски? А что этот маленький такой челенок делает? Тебе что-нибудь пособирать? И попугайчики, и все есть. Он так волнистый даже есть. А это что за попугай? Не знаю. Какой он красивый. Угу. Угу. Боже, а что они им стеклом закрыли? Им же там дышать нечем. Вообще. За это закрыли их полностью. А тут нет. Господи. Лежат красавцы. Да. Возмущают. Павлин, смотри, какой. Смотри, пушистый какой под перьями. Он, видишь, пух такой. Траву, он, видишь, всю пообрывали. Мама, идем, я покажу красавцу тебе. Вон в штанах бегает. Ой, какое, что у него во рту? Яблоко. Боже, какой красивый. Что цеплять? Ох, сейчас разбираться будет с нами. А вон, вон идет красотка. Ой, какой красивый. Как они все уживаются там. Хорошо, ж, это ж птицы. Так они драться должны. Да нет. А он петух со шпорами, смотри, какой ходит. Да. Красавчик. Он какой огромный. А то лук вообще. Он какой большой петух. Петухара. Идем. Ух ты, а что это за птица? Где? Белая вон то. Вот то вот, с черным? Да. Тут какая-то цесарка или кто-то, не знаю. Наверное, как утки делают, купаться хотят. Ого-го, дерутся. Ждите, ну да. Ну, смотри, какой. Чего у него глаза такие, вокруг глаз? Не знаю. Да тоже. Господи, посмотри. Какой ёжик. Пока. Петушок. И даже будка своя. Угу. А, это тоже цесарка, наверное. Фазан, наверное. Тихо, не суй пальцы, сейчас как клюнет. Кто тоже может фазан, они просто разные есть. Сейчас как клюнет, пальцы не будет. Служба идет. Позадки я вареники могу с чаем и пирожком каким-то. Ты не лопнешь, деточка, после Макдональдса? Что Макдональдс? Так, а как нам так поставить машину, чтобы нам прогуляться и потом к машине вернуться? К этому... На подол поехать? Там, поедем там, где колесо обозрения. На подол, а потом как мы будем возвращаться с подола?
Ну, пузатка есть здесь, да? На Подоле. И мак туда дальше, на Подоле. Так, прогуляться ж хочется еще. Так, пойдем в мак. Слушай, возьмем, может, мы поставим машину на Подоле, как обычно, на метро? Куда? Туда. В центр? Да, обратно пешком и потом там по дороге. Зайдем на Бессарабку, в мак, на Хрещатике. Я Хапино, наверное, возьму. Потому что так удобнее. Да? А, пузатка же возле мака прямо есть. Ну, нет, все. Я хочу взять этот Макдональдс и пойти в пузатку. Не, Макдональдс мы съедим, потом пойдем в пузатку. Ну, так не уйду. Надо включить все и сразу. А что там? Пошли. Все, пойдем в теню. Ты у нас этот? Кто там ведет? Потом теряют людей. Сосанин. Тут удобно, теряю. Красиво, да? Сфоткаешься? Подожди. Класс. Вкусно. А на кого? На меня. Класс. Нет. Красивая, да? Нет. Это вообще не пахнет. А ты маленькие понюхай. А вот эти беленькие понюхай. Пахнут? Не. А вон там какая. Я туда уже не полезу. Сейчас я надену в колючку. Нет? Вот там вот те самые пахучие были. Может, еще знаешь, от чего зависеть? От тени и солнца. Не, они закрылись, но типа солнце как бы запах открывает. Ну, красиво. Красиво вообще. Красота. Все очень красиво. О, смотри, какая желтая, красивая. Класс. Сейчас. Вот это вкусно пахнет. Ой, вот это как-то ванилька чуть-чуть. Мало это, эти пахнут мне. Те сильно пахли розы, вот там вот кусты. О, местный запах. Называете? Хорошо тут, прохладненько. Да. Давай сорвем. Давай. Виталина, уже на меня оса съела сразу. Только подошли сразу. Да, но они вкусно пахнут, и они поэтому защищают. Аккуратно. Беги, да? Бегония. Вот то бегония, красненькие. А это, по-моему, лобелия или что такое? Выходим обратно. Это раз, если я просто пойду, у меня план не чай, который мне.
Вот эти. Они что же? Это все с войны. Это все техника с этой войны. Ну. Понятно. Посмотри на меня. Не видно против солнца вообще. Только тенечек. Ну ладно. А там глобус один? Да. А, ну там вот этот есть возле стелы. А, или это он все один? И который там, где фонтан? Может быть там возле фонтана что-то другое? Так а где глобус именно? Ну так туда пройдем. Что тут сделали? Просто любоваться? Можно и быстрее. А еще вниз. Да, мы вниз поехали. Все, куда же тебе? Ну вот это вот разложить. С какой стороны? Знаете, что...